Александр не раз признавался, что он очень удачливый человек. В институте ему часто везло, он вытягивал именно тот билет на экзаменах, который ему был нужен. А недавно Александр сходил в кино и купил там билет. Как оказалось, билет на исполнение мечты. Сегодня моей новой жертве придется встретиться именно с таким рыженьким персонажем. Сейчас узнаете почему, а пока познакомьтесь с Сашей. Саша из Донецка рожден КВНщиком. Так считают все его друзья и родные. Он всегда с гордостью показывает видео со своих выступлений. Ведь когда Саша на сцене, у него светятся от счастья глаза. Мы познакомились в университете. Вот. Мы выступали за одну студенческую команду КВН. Санька, он такой генератор идей интересный. Когда у него все хорошо, он улыбается во свои 32 зуба. Когда у него все плохо, для него это действительно такая трагедия жизни. Но из этого всего он выходит с высоко поднятой головой и с улыбкой на лице. Несколько лет назад семью нашего героя постигла тяжелая утрата. Трагически погиб отец. Я присутствовал на его похоронах, и Сашка, конечно, был очень тяжелый, но тяжело, конечно, он это все пережил. Вот это то, что с ним произошло, оно немножко его изменило. Вот, он стал более серьезно относиться к вещам, более серьезно стал относиться к людям. Саше пришлось устроиться на работу, которая приносила не столько удовольствие, сколько возможность зарабатывать деньги. Человек не может реализовать себя именно в том направлении, в котором ему хочется. А закончив университет, Саша потерял и возможность выступать в студенческом КВНе. Душевное состояние нашего героя было настолько плачевным, что его друзья написали нам письмо в надежде на то, что реализация его мечты вернет его к жизни. Он хочет выступить вместе с ребятами Comedy Club на одной сцене. Я думаю, ну, в принципе, логично. Саша, КВН, Comedy – это все слова-синонимы. Разыгрывать Сашу мы решили в одном из столичных кинотеатров. Несмотря на то, что он и так оборудован по последнему слову техники, мы доснастили билетные кассы нашими камерами. Хорошо, что ты, Саша, обожаешь комедии. Одну такую мы для тебя точно устроим. Мы вступили в сговор с твоим крестным, который попросил тебя взять билеты на несуществующий фильм «Мечта идиота». А сам удалился, чтобы не мешать нашему розыгрышу. Сегодня я кассир, продавец билетов на разные киносеансы. Но я кассир, ну понимаешь, я такой реально продвинутый в кино, что всю вот эту шлягу, которую показывают, я реально не хочу ему советовать. Потому что я люблю смотреть кассеты, ВХС, и люблю страшно ретро. Александр, давай же, иди сюда. Здравствуйте. Здрасте. Мечту идиота, можно? Три билета. На что? Мечту идиота. Мечту идиота? Идет просто. Молодой человек. Слушайте, вы реально крутой. Это специальное кино. Сейчас я посмотрю. На него никто не хочет ходить, потому что все смущаются названием. Мечта идиота. Думают, они что, идиоты что ли? А знаешь, какая фигня? Ха, опять никого нет. Если один человек идет, я не могу билет продать. Нам надо, чтобы было хотя бы 4. Давай, может, выберите что-то. А вот это какая-то закоханная невротики. Ну, я не знаю, чисто невротик и закоханный. Что такого интересного оно может показаться? Я уже думаю, что если закоханный, то уже невротик. Старое кино любишь? Нет, служебный романчик. Иногда пересматривают. Ты вот на таком умеешь кино смотреть? Это называется ВХС. Есть. Служебный... Хранится в гараже? Да, эх ты, служебный роман в гараже. Я смотрю иногда. Не хочешь купить, а? Недорого. 10 гривен, но я тут быстро тебе... Ну, я не знаю, можно и купить. Что, такого... серьезно? Да. Только тихо, если сейчас попалят меня, реально... Опять уволят. Меня уже 3 раза увольняли, я все понимаю. У меня тут блат. Мне вот эти все в желтых футболках тут считают конченой. Ну смотри, я так думаю. Ну, я, вот смотри, если я пойду с вами, у нас будет 4, и нам могут запустить сеанс. Можно? 9-й раз буду смотреть. Ну, я первый посмотрю. Да? А ты мне билетик купишь? Да? Круто. Ты симпатичный.
Не, никуда не уходи, Сашенька, потому что эта программа «Мечты сбываются», и я Маша Ефросинина. Привет. Ты реально крутой, ты реально крутой. На мечты. Это шутка, нет, это не. Это, ну, все, что было, шутка, и фильмы «Мечта идет», они существуют. Но после общения с тобой я поняла, что его надо снять. Твоя мечта — выступить на одной сцене с резидентом Comedy Club. Вот. Руки дрожат, боже мой, все хорошо. Но ты выступишь у нас обязательно с резидентом Comedy Club. Я можно не буду тебе говорить фамилию? Мне так нравится, что ты в шоке сейчас. Ты в порядке? Да. Я просто, у меня шок. Да, у тебя шок, все? Ну, да, все, да? Хорошо. Когда выбежали камеры, у меня сразу во рту пересохло. Сердце тук-тук-тук-тук-тук-тук. Не веришь, что это вот, это правда. Маша Ефросинина стоит рядом. Тут как бы тоже с этим не поспорить.